Mi trovo a casa di Sergei, siamo in Russia, nella città di Perm, vicino alla città di Perm. Sergei, ciao, how are you? I'm fine. It's very, very pleasure to see you. We watched you on TV, you know? You're very famous. And then we said, how is it possible this man is doing all these things with the pasta? So we decided to come and visit him. We are in his apartment. And he's going to show us his beautiful artwork. How did you start this art that you are making? Поскольку я работаю в рекламной сфере, это была идея для продвижения продукции местной макаронной фабрики. То есть они мне заказали рекламную кампанию. У меня родилась идея создать вот из их продукции какие-то модели техники, дома, людей, животных. И фабрика закрылась, а я остался один на один со своими идеями и большим количеством видов пасты. И с тех пор это у меня продолжается как некое, я бы даже не сказал хобби, это какой-то побочный эффект основной моей деятельности. What are you doing today? Да, это автомобиль, почти законченный, может быть, первый Fiat. Are you about to make the wheels. What kind of pasta do you use? Do you need a special texture? Can you use any kind of pasta? Поскольку вся паста, которая сейчас продается из твердых сортов пшеницы, то она, в принципе, мне более-менее вся подходит. Ну, кроме, допустим, вот лазанья. Лазанья разная по фактуре, по своей бывает. И все. А остальное я ни к какому бренду не привязан, поэтому беру все подряд. Questi sono nidi, we call this nido d'ape. Questi sono cannolicchi. По-английски это elbow macaroni, как локоть, elbow. Cannelloni. Kind of cannelloni. Queste sono tagliatelle. You have all kind of pasta. Где-то, наверное, полсотни. Where do you buy your pasta? Иногда мне приходится проехать не один десяток магазинов, если мне нужен какой-то конкретный вид пасты, и я не могу его найти. Все виды магазинов. In Italy we eat a lot of pasta, and it's very funny for me to see in Russia that somebody is making a... What is this? This is the Leaning Tower of Pisa. Yeah, of Pisa. How long did it take to make it? Месяц примерно. Месяц, да. У меня было свободное время, думаю, почему бы не сделать мне что-нибудь про итальянцев. Я вообще, прежде чем что-то либо делать, какую-то модель, какую-то копию, я изучаю предмет. Я пересчитал, сколько колонн, какие детали, какие портики. И все, что я подобрал из пасты, все, что я смог найти, здесь использовано. То есть, включая колокола, вот эти вот ограды, то есть полностью совпадает с тем, что находится в городе Пиза. Wonderful, really impressive. And is it going to fall? Если надо, можно любой угол сделать, то есть подвинуть. Is it true that you're giving some classes? Издательство одно предложило мне издать книгу с мастер-классами. Я эту книгу сделал для того, чтобы другие могли пойти по моим стопам и что-то тоже сделать из пасты. It was very funny because we met in the airplane. I was reading a book about veganism and you said, "Oh, you're vegan. You know, I don't eat meat as well." Я перестал есть мясо в 94 году. Когда-то был в этой стране большой дефицит продуктов питания. Когда продукты уже стали появляться на полках наших магазинов, то я понял, что можно прожить без мяса. Грибы, овощи, овощи, орехи и прочие вещи растительного происхождения. Меня это вполне устраивает. How do you feel now? Прекрасно. It was very nice to see you here in Russia, Sergei. I invite you to Italy. I want to present you to all our Veggie Channel friends. Спасибо, всем привет. Я хотел бы снова посетить Италию и очень люблю эту страну. Буду рад увидеться снова.